Ребята, всем привет! Вы на канале «В поисках золота». У нас грандиозные раскопки. Мы шурфим клад. В общем, найден был клад в средневековье. И мы его докапываем. Посмотрите, какая у нас тут движуха. Коляныч. Коляныч, передай привет. Всем привет. Что ты нашел сегодня, покажи. Ну, ничего, шмурдяк один. Ну ладно, сколько штук? Да не, вы же пока копали, я ходил, лазил. Жменьку нашел. Какую-то жменьку нашел? Там что-то еще в кармане. Вот это колено, но это не все еще. Андрюха. Всем привет. Покажешь находки? Да. Иду к тебе. Короче, раскопали мы здесь вот такую вот. Потом, конечно, это все заровняем. Ровненько сделаем. Андрюхина жменька. Небольшая тоже такая, хорошенькая. Ну и моя вот тут лежит. Вот моя жменька тоже. Что-то накопали. Кстати, друзья, пользуясь случаем, хочу передать привет другу и комраду Олегу Рудневу. Олежка, тебе привет, как и обещал. В общем, друзья, копаемся. Сейчас по плану у нас обед. Кто-то из нас сходит в машину, потому что машину мы оставили метров 300 отсюда, с другой стороны ручья. И пообедаем и будем дальше это все раскапывать. В общем, Колян, что у тебя там, сигнальчик? Монитосик. А ну давай, онлайн. Потому что мы уже столько накопали в азарте, что даже... Можно я тут похожу у тебя? Где-то здесь, да. Клад распаханный, друзья. Где-то сверху он, Колян, вот в этой стенке, мне кажется. Да, где-то, блядь, нарыть. О. Есть. Видишь, как я профессиональным своим взглядом. Вот даже видно, блядь. А ну. Вот так вот они, в общем, и выкапываются, эти монеты, друзья. Поломаны какие-то, тонкое такое серебро. Где-то кусочек у тебя там еще остался, мне кажется. Это еще монеточек. Держи, Коляныч. Или тебе не надо выбросить? Да фиг его знает. Крестинка, наверное, как ушатана. А ну давай еще один онлайн. Где-то что-то пробивается, но... Тут шмурдяк твой, которого ты накидал. Блин. Кто-то мне звонит. Ну вот здесь есть еще. Ну давай, сейчас я отвечу, и мы докопаем, да? Друзья, я спешу вам напомнить, что по достижению 10 тысяч подписчиков мы проведем розыгрыш на канале и разыграем золотое черняховское украшение из чистого золота. Поэтому обязательно подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик и ставьте лайки, чтобы принять участие в розыгрыше. Есть, Коляныч? Тут еще какая-то одна. Еще есть колено. Тут, короче, его растянуло, этот клад, понял? Мы тут, ну, метров, ну, 5 на 5, может быть, такой выбиваем место. Да, сидим друг на друге на голове. Частоты все, блядь, на разные, короче. Лезет, да, керамика средневековая. Вот еще. Да. Короче, Гешин, давай будем копать. Давай, давай. В общем, лезут, ребят, монеты. Лезут, лезут. Где? Вот он. Не понял? Это твой шмурдяк, Колян. А, нет, тогда монетка там, монетка была. Колян накидал тут. Это вы? Случайно, да? Давай, я уже хочу снять и это. И уже выключиться. О, солит. Еще один солид. В общем, солиды лезут. Не, ну есть и эти самые. Есть полтораки, полтораки. И гроши есть. И гроши. Поменьше. Как там те золотые? Дукаты. Дукатов пока нет. В конце, дукаты пойдут в конце. В самом низу, да, на дне горшка. В общем, а, кстати, дно горшка вот здесь, ребят. Вот оно, я поставил.
Вот одно днище горшка, в котором, по всей видимости, это все и было. Такой горшочек был, ничего такой. Так что надо докапывать это все. Чикс. Клян зацепился. Не, ну оно ж так лезет постоянно. Маломальский где-то. Что мелкий, или чуть поглубже, чем я думаю. Мне кажется, Колян, после тебя еще можно. После тебя еще искать и искать. Искать и искать. А вот это, кстати, сейчас будет этот самый. Полторак или грошек. А ну-ка. По звуку, по крайней мере. Вот он. Угу. А, не. Тоже он бьет соль. Немножко больше фольгу. Так, ладно. Все, ребят, копаем дальше. Колена полторачок. А, ёп. Чистенький, покажи. 24 стандарт. Где-то что-то проклевывалось. Чего мне такие не попадают, Колян? Да попадаются, аж были там. У меня там еще таких есть полторы. Не было вроде. Блин, у меня 24 там до хрена, короче. Да, я глян. Да. Да. Угу. Классный. Копаем дальше. Какая глубина? Это ты его с такой глубиной выкопал? Сюда, да, вообще снизу сам. Угу. Сантиметров 40, наверное, да? Ну, считай. Ну, даже больше. От дуба, блин. Вот. Глубоко был клад. Я думаю. Ладно, копаем дальше. Сейчас буду вот эту снимать землю, кидать сюда ее и вот этот весь квадратик пробивать. Да, вилки есть. Ребят, у нас обед. Пока все вот оставили в таком вот состоянии. Колян закапывается под дерево. Там лезут... Полтораки лезут там? А? Полтораки сейчас, там лезут? Да, сейчас это дерево я подкопаю. Оно как раз сюда ебется. Да ничего там не упадет. Нормально ты там? Что там? Чего не будет? Что у нас на обед сегодня? Сосисоны, лосось. У нас сосисоны, блядь. Майонез еще где-то был. Да, и хлебушек вот. Вот здесь. Еще один лосось. Батон. Давай один пока съедим, да? Что, лосось? Да. Все, друзья, всем, кто обедает, всем приятного аппетита. Мы сейчас пообедаем и продолжим дальше закапываться. Короче, друзья, Андрюха не выдержал, пошел походить. Буном с Колином немножко тяжело после обеда. Шурфить ему, видимо, тяжелее. Ему, видимо, тяжелее, чем нам, поэтому он пошел. Есть монетка очередная. О, сейчас покажу. Вот такая вот. Горошек какой-то выпал. Интересная монетка. Накопал я, в общем, нормально. Вот мои монеты. Сейчас продолжаем дальше. Я вот этот квадрат выбиваю. Колян еще все под дерево закапывается. В надежде сейчас зацепить дерево, золотые обвалится, дукаты. И там будет такой горшок стоять. А, кстати, очень может на нас упасть, Колян. Я же для этого там горшок под деревом. Я же хочу, чтобы это самое. Что ты хочешь? Ну, горшок под деревом же. Именно, знаешь, как... Ну давай, давай, Коляныч, я в тебя верю. Да, смотри, чтобы тебя не прибило. Давай, я думаю, начнет падать, мы успеем как-то прыгнуть. Да, да, так, ладно, друзья, копаемся дальше. Если оно вот так вот растянуто было туда. Так я там копался, в чем ты делал. Да. Я там копался, Сержу, я там копал, бля. Thank you.
Я думал, что ты там не докопал. Я думал, что я там докопался. Ты думаешь, я там не докопал? Уверен вообще, да. Уверен, что ты там не докопался. По-моему, я везде не докопал. Ну как бы да, то мы ж докапываем. С деревом ты потише, Серега. Просто ты... Что я сейчас еще эту сторону... Я еще раз говорю, у тебя неправильный подход. Реально. Хорошо, Серега. Бля, если он упадет, это будет срака. Так вещи уберите оттуда. Куда? Сука. Полный лес деревьев, блядь, класс. Я тебе говорю, ты вот так прямо копал. Ты как прямо? Ну вот так... Там Андрюха туда... только что выкопал. Туда прямо копал, а здесь выкопали. Это единственное копанное место с этой стороны. Может, тебе каску выдать надо какую-то? Гляныч, не надо мне ничего выдавать. Просто нужно сделать, чтобы он не упал на меня. Смотрим, что мы здесь. Что ты дукатом? Дукатом? Сегодня дукатом не будет, извините. Золотых нету. Не клюет, да. Дукаты сегодня не клюют. Будут вчера и завтра. Опа. Монетка. Серый, я чувствую, что мы и завалим этот аукцион. Да не завалим мы его. Ты думаешь, что все-таки стоит оттуда вещи забрать? Коляныч. Стоит, я думаю. Ну термос, по крайней мере, и рации. А монеты мои там в коробке хай лежат. А что они сейчас сделают? Там раскидают. Что, раздавят монеты тебе? Раскидают на всю пэту, да, на весь лес. Под дубом может быть полгашка? Да. Причем больше его часть. Короче, пошел я тогда Андрюхе помогать, блядь. Все, оставляйте меня одного, да? Да, ебашить дукаты. А что здесь? Меня не видят перспективы здесь. Колян, ты перспективы не видел 2 недели назад еще. Аба. А мы, видишь, уперлись. И шо, шмурдяка накопали? Нормально? Шмурдяка накопали. Нормально мы накопали, что? Залидал жменю, блядь. Ну, пойди это, походи в поле накопать. Но. Поэтому я в полях и не люблю ходить. Ну. Потому что там не офигело. Вот и я про то. Ох. Андрюха нашел керамику. Видишь, была поселуха, может. Может, была поселуха. Наверное. Есть еще одна монетка. Уверен, что тут что-то было. Не просто так оно тут. Просто керамика ж разная. Валяется по лесу, да? Где ты? Смотри. Все, здесь ничего нет. Хорошо. Здесь рыбы нет. У меня еще одна монета клеит. Хорош или солид? Солид. Солидос? Солидол.
Ну не могла ж только одна заколдуха. Ну не могла, надо идти искать. По-любому, возле одной всегда вторая. Андрюха уже. Конечно, не могла. Верит даже Филян, что она не одна тут. Где-то я тут камушек. Лян, эту яму можно твою закидывать? Закидывай, закидывай. Короче, нашел. Я там еще керамончик. Есть керамика? Да, такая же самая, как здесь. Да. Тросик нашел, петлю походу ставили. Ага. А где нашел? Бля, вот так вот прямо. Блин, метров 50-70. Короче, там где вот та дорога вторая, Колян говорит. Короче, надо это место раскручивать, Андрюха. Бля. Такая вот керамика. В общем, сейчас здесь заканчиваем. Еще чуть осталось. Докопаем. И попробуем раскрутить это место. Куда-то, может, еще походим. Походим, да? Ну да, я еще хочу вот это докопать. Нет. Какую часть? Какую часть хочешь докопать? Вот это. Так, ладно. Включимся позже, расскажу, как обстановка. Плавили что-то? Yeah. Кусок руды. Какой кусок руды? Такой. Короче, друзья, закончили мы шурфить. Смотрите, закопали все за собой. Навели порядок, никаких ям не оставили. Может, оно не идеально ровно, конечно. Самый ровный участок. Как хотелось бы, но я думаю, что это да, самый ровный участок, который есть в этом лесу. Потому что оно все в холмах, в ямах. В общем, не знаю, что мы будем делать. Что мы будем делать, Колян? Я бы тут еще попробовал покрутиться вокруг. Раскрутить это место. Да мы же крутились. Не, ну давай что, покрутимся. Смотри, здесь такой вот бугорочек, на котором мы стоим. Туда низинка пошла, а там дальше... Еще бугорочек есть. Андрюха туда выше пошел, там керамики нашел кусок. Я думал, что стоит тут раскрутить это место. Ну, как бы и клад, ну, опять же, они просто так тут закопали. Ну, да. Да? Я думаю, что просто так, просто еще и закопали. Клады всегда закапывают просто так, Серый. Я понял. В общем, сейчас чайку попьем и попробуем еще тут побродить. Я думаю, вещи здесь оставим, да? Ну, чтобы не таскать все с собой, у нас там еда сейчас может... Ну, хавчик, под... да, все, ну, да. Подвесим где-то, чтобы какие-то кабаны его не сожрали. Термос, вот, смотри, чай не выпили. Крючок кабаны. Классный. Чтобы кабаны чай не выпили. Да, можно его повесить. Термос, да. Термос оставим где-то, там, сложим. Главное не забыть. Красавчик Колян так на ходу словил. Видишь? Термос. Давай его вниз опустим, давай. Потому что он реально упадет. В общем, друзья... Пьем чай, идем еще выхаживать, попробуем что-то выходить. Будут какие-то находки, вы все увидите. Значит, что мне удалось накопать шурфа. Смотрите. Вот такая вот небольшая кучка средневековых монет. Не знаю, сколько их тут, штук 30, наверное, да? А больше.
Больше, чем 30? Нет, больше 50. Здесь больше 50 монет? Да, а тебе так кажется, Серый. Серьезно? Да, у меня... Я думал, что там штук 30 их больше вот нет. Вот здесь? Да. Вот давай посчитаем. Не, я не хочу их считать. Не, десяток вот насчитать и посмотреть, чтобы ты... Вот как считать? Да ладно. Смотри, я тебе буду снимать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Смотри. Ну, здесь штук 50. Вот здесь сороковник еще будет, полюбасу стри. Ну, так же? Ну, наверное. Ну, здесь больше 50. Я понял. Ну, нормально накопал, я считаю. Правда, Колян? Ну, я тоже считаю нормально. Выжил всех, выжил отсюда. Вы Андрюху бедного сразу отправил. Я самый дольше продержался. Ты, конечно, нормально. Никого я не выжил. Отжал территорию, блядь, у всех. Копал, как все. Мне под деревом пол на полметра выделил. И все, все остальное мое. Потому что ты кричишь, это мое, блядь. Я здесь планировал, а ты прешься сюда. Не, ну, я себе квадратик взял просто и накопал. Да, я понял, да. Так, ладно, друзья, посмеялись. Идем, в общем, искать дальше. Смотрите. Колянчик тут заложил дорожку. Героина, блядь. Не, дорожку заложил с этого. С пулясика. С пули порох. Да все, все, хватит, не разу. Вот я куртку заберу сейчас. Да ладно, ничего страшного. Не хочет он гореть. Может, чуть порох отсырел? Нет. Ты его положил на сырое просто. О, пошла движуха. Бетфордов шнур. Бетфордов шнур. Вот тут самая центра, наверное, там больше всего насыпал. Все. Все. Обезвредили. Что будем делать, Колян? Ну, идем копай. Идем. Ну да, еще времени, еще после сливу. Второго обеда опять тяжко идти куда-то. Ты что, еще раз пожрал? А, ну я булочку съел. Что копать 3 часа. Ладно, погнали. Ребят, значит, докладываю обстановку. Идем к Коляну. Колян зацепился за скифов. Нашел грифона. Говорит, просто шикарного. Сейчас дойдем, посмотрим, что он там нашел. Мы начали раскручивать место. Пошли по ручью. В принципе, туда, куда я и предполагал пойти. Колян туда дошел первым. А мы с Андрюхой его догоняем. Мы немножечко задержались. В общем, идем Колина догонять. Вот можно идти по его ямкам. Вышел на связь с нами по рации. Сейчас посмотрим. Вроде как зацепился за скифов. Но находки две, говорит, по скифам есть точно. Сейчас дойдем. Позвал нас к себе. И попробуем там это все раскрутить. Походить. Хочется тоже каких-то скифских находок. Наконечников. Наносников. И грифонов. Все, друзья, идем. Будем на месте, все вам покажу. Друзья, лес немножко поменялся. Здесь вот такая вот дубовая роща. И я уже почти дошел до Колина. Сейчас посмотрим его находочку. Колян, конечно, красавчик. Только он мог зацепиться в этом лесу по скифам. Чего ты довольный такой? Нет, это гвозди какие-то. Может быть, какой-то ихний гвозди. Специфический очень. Видишь? Очень специфический. Показывай грифона. Что ты его где-то повесил на дерево? Да, висит. Он должен птица, она должна на дерево быть. И одну еще находочку нашел. Такую, как на горшке, блядь. Покажи, Андрюха вот по дороге солида еще нашел. Я тебе говорю, там пряточка было... Нет, это уже современный. Ну да. Не-не-не, не выкидывай. Сейчас тебе покажу. Офигеть. Пуговицу. Просто офигеть. И с ушком такой целый, бля.
Да, шикарный вообще. И с языком. Ты заметил, да, что он с языком? Вот снизу язык его. Видишь, это язык? Клюв, да, это язык. Я думал, что это клюв, типа нижняя часть клюва. Да. Причесочка, как у меня этот, как он. Уши, как у меня тоже, видишь, торчат. Похож на тебя. Смотри, вот такую шняшку я тоже находил. Видишь? Ага. И она была, только та была чуть побольше, такая, видишь, это скругленная, это, я думаю, это их не тоже. Короче, Колян, ты красавчик, надо раскручивать Согласен. Местяк и это. Все, будем тут зимовать, я думаю, да? Да. Ну реально, как бы, найдем, да. Если полезли находки, то можно... Как полезли? Это этой находка. Зимой этот лес раскручивать и это, идти туда на Средневековье. Мы шли вот сейчас, Андрюха тоже по дороге Средневековья нашел, солид. Сейчас за фотку в Инстаграм выложу, друзья. Кто не подписан на Инстаграм... Интересно, это скифы или Арзаван? Кто не подписан на Инстаграм, подписывайтесь. Показалось, что объектив камеры запотел. РЗВ не было таких. Это скифы, скиф, железно, да. Или скифы. Скифы. Все, идем копать. Это я думаю... А вот где это... выкопал, скажи? Вот дерево вот здесь. Вот я уже обошел туда, прогулялся. Вот, вот здесь буквально. Да. Вот прям почти посмотрел. Возле воды, да? Вот и пугаются возле воды это. Вот тут я это думаю, все. Что вот это обломок скифской серьги. Вот это, что я тебе показывал. Ну ага. Это вот эта фигня. Только это она была больше, видишь, она обломана. Ну, как-то я не очень был так уверен, честно. Хотя, может быть. Ну, это что-то ихнее. Тонкая часть пообламывалась по краям. Да. Я такие находил, и они, ну... Ну, мне кажется, это скифское. Я зафоткаю для Инстаграма. Давай. Все, друзья, идем раскручивать местяк. Кто не подписан на Инстаграм, подписывайтесь. Все находки сразу же публикуются там. Все, мы погнали дальше. Друзья, раскручиваем местяк. Вот тут есть черный сигнал, сейчас буду копать. Перед этим вот выкопал. Закопаю ямку чуть получше. Перед этим выкопал вот такой вот ножик. Сломал кончик. Не знаю, оставлю его здесь, наверное, брать не буду. Так, и тут черный сигнал. Сейчас попробую как-то его... прокопать. Что-то протяженное такое. Пробуем выкопать. Что-то есть. Кусок какой-то железной штуки. Так, ладно, ставим тоже здесь вместе с этим. Идем дальше искать, друзья. Закапываем обязательно за собой ямки. Что там у тебя, Колян? А, железо, смотрю, просто я тоже несколько железных выкопал, посмотреть, что там. В разведке, ребят, надо копать железо тоже, когда идете в разведку, чтобы понимать, какой период был, по какому периоду железо попадается. Железных сигналов в любом случае их больше, чем цветных. Идем искать дальше, смотрите. Друзья, Коляныч не перестает просто удивлять. Он еще серьгу скифскую нашел. Целенькая. Колян, что ты хавал? Мы вместе обедали. Клад нашел. Серьгу нашел. Целенькая, смотри, блин. Ага, грибовидная сережка скифская. Класс. Крутяк. Колян, значит, все. Видишь, значит, мы в правильном месте. Да, надо не раскручиваться. Самое. Сейчас точечку себе поставлю в телефоне. Опа. Чтобы это... Чтобы понимать, где мы. И там на кладе тоже надо поставить точку. Не, у меня не стоит, чтобы понимать, что. Надо вот так двигаться, мне кажется, вот туда, вот в ту сторону.
вот это все проходить, вот эти бугорки повыше, пониже. Вот тут вообще четкий бугорок. Его надо пройти весь, вот этот бугор. Идем копать, друзья. Ребят, иду по лесу, смотрите, что увидел. Тут бобры, короче, творят движуху. Грызут деревья. И, наверное, будут строить себе плотину. Это вообще свежак, только начали подгрызать. Прикиньте, где-то тут бобер живет. Смотрите, как подгрыз. А там вообще, вон, смотрите, одни пеньки торчат. Сейчас попробуем найти его бобровую хату. Смотрите, как поподгрызал. Валят деревья, вон подгрыз тоже. А ну-ка, давайте посмотрим. Интересно, интересно. Вот это свежак тоже. Видите, сок еще течет с дерева. Свежеподгрызенное. Интересно, куда он их таскает. Сейчас по следам пройдем. Вот, смотрите, видите, как зубы, да, прикиньте, как его надо было сгрызть. Вот так вот и утащить ветку. Смотрите, вот это вот все погрызено бобрами. Вот тоже сгрыз. Капец. Свежепогрызенное. Вот недавно грыз. Сюда упало. Как он это все носит, интересно мне знать. Вот сюда тащит. Вот подгрызенное дерево. Смотрите, это ж надо целую эту ветку тащить туда. Вот его следы. Сюда тащил. И, наверное, там дальше где-то плотина. Сейчас пойдем глянем. Проберемся здесь. О, какой умняшный бобер. Смотрите. Вот это он все притащил сюда. И тут сделал заводь. Прикиньте, как наложил. Смотрите, как. Заложил. Видно, у него тут где-то был прорыв. И он вот туда вот веток наложил. Вот сюда. Красавчик просто. А что же он такие большие погрызет? А, он, наверное, грызет большую, потом снимает с нее, короче, эти... Снимает ветки. Вот такую сделал себе заводь бобер. Где-то, наверное, его хата там. Снизу, думаю. Поможем бобру плотину построить. Внесем свою лепту в строительство плотины. Я думаю, поправит, если что. Кинем пару палок. Пускай задерживают листву всякие там. И будет ему хорошая плотина. Бобер красавчик. В общем, идем дальше раскручивать скифов, ребят. Идем дальше раскручивать скифов. Что-то две находки или три по скифам. И пока ничего. Надо где-то зацепиться за большее количество находок. Темнеет уже, правда, быстро. Не знаю, мы, может, еще часик какой-то походим и будем идти, потому что нам до машины где-то километр, я думаю, мы отошли от машины. В общем, сейчас пройдусь еще вот эти бугорки и буду возвращаться потихоньку туда, к машине. Все, погнали. Ребят, темнеет просто со скоростью света. Андрюхе есть тоже находка по скифам. Наверное. Наверное. Бля. Я не знаю, я такой пуговицы еще не находил. Это может не пуговица. Сейчас, вот она. Где? А, пуговица? С дырочками? Это я хочу тебя разочаровать, но это не скифская. Ну да. Но может, но даже находка. Скифская дырюха.
Это скифская? Что... По-любому скифская. По-любому скифская. Я это даже думаю, что это даже РЖВ. Это от трусов. А ну давай, онлайн. От скифских трусов. Сейчас посмотрим. Еще одна скифская пуговица. Хороший сигнальчик. Ничего. Скифская гильза. Да. Патина шикарная просто. Так. Возвращаемся сейчас. Понизу идти. Понизу пойдем. Ну, ближе к ручью. Такой, а? Ближе к ручью. Да, я, ну, находишься как бы там. Я думаю, что они вот до туда, там же их нет. Наверное, ты прав, Коляныч. Ты прав, как никогда. Так, а где мой прибор? А, есть. Возвращаемся к машине, в общем. Я тут выкопал дробинку. Закапываю ямку. И идем, нам еще надо забрать провизию нашу и будем идти к машине. Я предлагаю дойти туда, до нашей стоянки, где мы шурфили. И оттуда уже пойдем целенаправленно к машине. Давай идем целенаправленно, вот идем и ищем, да? Давай, да, идем и ищем. Да, нет, да. Не выключаем приборы. Да, да. Будем искать, пока не потемнеет. Ну, пока вообще ночь не будет. У меня в фонарике сломалась зарядка к батарейке. Поэтому я сегодня без фонарика, но у меня есть... Фонарик в рации. Блин, так что я думаю, если что, у меня подсветит как-то. В общем, идем дальше, друзья. Theology – крупнейшая в Украине международная интернет-площадка для коллекционеров. Здесь вы можете купить или выставить на продажу редчайшие предметы коллекционирования, уникальные антикварные находки, произведения искусства, старинные книги и многое другое. Theology – это наилучший вариант как для опытных коллекционеров, так и для новичков. О любом найденном предмете можно спросить на форуме, эксперты оценят находку, предоставят о ней исторические сведения, а также укажут примерную стоимость. В магазине Theology вы найдете аксессуары для коллекционирования, альбомы, холдеры, весы, средства для чистки антиквариата и прочие полезные товары. Все это поможет сохранить вам ценнейшие экземпляры в великолепном состоянии. Узнавайте много нового и интересного, коллекционируйте историю вместе с Theology. Ссылки под видео в описании. Все, друзья, вернулись мы на место, там где мы шурфили. Забираем сейчас свою провизию и отправляемся в машине. Будем ехать домой. В лесу уже очень темно. Ну, небо еще светлое. Не страшно, нормально. Как бы, но уже как бы... По темноте копать не хочется. Я думаю, вернемся еще сюда, в это место. Место интересное, надо его раскрутить. Есть находки по скифам. В общем, вот такая у нас получилась экспедиция. Докопали клад и еще нашли скифов в разведке. Все, друзья, всем, кому понравилось видео, ставьте жирные лайки, пишите комментарии. Обязательно подписывайтесь на канал, кто не подписан. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые серии. Будут у нас еще экспедиции, еще увидимся. Всем удачи, друзья. Всем пока.